Всем большой привет! Начинаем новый влог, но влог будет немножко необычный. Сегодня у меня муж пошел в магазин, в Магнит Косметик. Надо было купить коту, кошкам, вернее. Ну, так как любит больше Баси, еды. И попросила его, ты говорю, поснимай полочки. Я сейчас заболела, дома сижу. И поэтому попросила поснимать полочки с декоративной косметикой и парфюмами. Но кто же знал, девочки, что мужчине нужно объяснить, что такое декоративная косметика. И как он выходил из положения, вы посмотрите позднее. Я вставлю кусочек, как он там старался, искал декоративную косметику. И придя домой, говорит, я, говорит, наконец-то узнал, что декоративная косметика – это не что-то особенное. Я говорю, ну да, есть декоративка, есть уход. Он говорит, а кто бы мне это сказал до того, как я пошел в магазин? Ну, в общем, как он там выходил из положения, мы с вами посмотрим позднее. Он даже пришел с добычей, принес каталог из Магнита. После его похода мы с вами посмотрим, полистаем немножечко этот каталог. Мне самой интересно посмотреть, какие скидки на что. И вообще, до 8 марта, как я поняла, очень хорошие цены на парфюмерию. Если вы давно не были в этом магазине, я думаю, вам будет тоже интересно посмотреть этот ролик до конца. Ну и самое главное, что я тут сижу-то, да, отчет. 2 недели прошло, как я решила, я дала вам обещание стройнеть. Девочки, не поверите, но сегодня утром финальное взвешивание, и у меня сломались весы. Как раз Денис пока ходил по магазинам, я ему говорю, купи батарейки, может, батарейки все-таки. Но обычно так батарейки не садятся, они начинают как-то мигать, что-то там, ну, видно, что садятся. А тут раз, и просто перестали показывать. Купила новые батарейки, мы их вставили, и ничего не произошло. То есть весы реально почему-то вот взяли и сломались на мне. Решили оставить в тайне мой вес. Но вчерашний вес был 63 900. Наконец-то я увидела вторую тройку. Для меня это победа уже. Если изначально было 67 700, 800, вот так вот, но около 68, то уже 64. Ну, если так вот округлить, 64. То есть это хороший результат за 2 недели. Макияж сегодня зелененький. Палетка Лавель, трешка. Я ее в эту неделю, в эту декаду не брала. Она осталась с прошлой декады. И вот захотелось мне сегодня что-то зеленого. Также ходил в аптеку, купил лекарства. Мы думали, что мы не заболеем. Только Максимка как-то вот проболеет, а мы продержимся. Но нет, я все-таки решила тоже прихватить простуду. Макс выздоравливает. То есть в понедельник бы мы хотели его уже в школу отправить. А я тут вся со шмыгающим носом, с чиханьями и заложенность такая вот, носоглотка. Что еще рассказать? Про питание девочки спрашивали. Я в каком-то из роликов вставляла, как я ем, какие порции я ем. Но могу здесь тоже чуть-чуть повставлять. Давайте вот вчерашний день я вставлю 3 фотографии. Вчера я, по-моему, фотографировала, мне кажется. Может быть, только обед не фотографировала, полтарелки супа. Ну, вот все, что было сфотографировано на данный момент, я вам могу еще разок вставить. Мое питание – это не какое-то правильное, диетическое. Я ем, что хочу, только в маленьких количествах. То есть у меня теперь 3 раза в день стандартное питание – в 11, в 3 и в 7. То есть как бы завтрак, обед, ужин. Если я сильно хочу есть, чуть-чуть поплотнее. Если я мало хочу есть, то вообще легенькое что-то. То есть бывает так, что какой-то пролетной такой момент, не сильно много и поешь. Ну а зарядку я сейчас мало делаю, потому что у меня каких-то физических сил нет. Ну и когда болеешь, что-то плохо так. Поэтому совсем чуть-чуть где-то поприседала, где-то чуть-чуть там вот, знаете, вот так вот поделала и все. Но основное это вот я вам рассказала о похудении. Давайте сейчас смотреть, что муж делал в магазине Магнит Косметик, его путешествия и страдания. Ну и, конечно, в конце полистаем каталог. Поэтому смотрите до конца. Я думаю, будет интересно, особенно момент с магазином. Как наши мужчины выкручиваются, когда мы их посылаем в магазин, мы с вами увидим сейчас. Оставайтесь до конца. Счастье мое. Тут пожелание показать декоративную косметику. Это какая?
та, которая самая маленькая, или та, которая вся, что меньше ладони? Декоративность в чем? Декоративная косметика. Ну, судя по тому, что она маленькая, это, наверное, тоже декоративная. Так, цены, скидки. Скидки, 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 скидки. На все скидки. Да. Ну, в общем, я так думаю, на денек-то я здесь задержусь. Декоративная косметика. Да. В общем, тут много всего. Хотя я так думаю, хорошо, что я не попал в гипермаркет с такими мыслями. Я бы тут не на денек бы, а на недельку бы задержался. Да. Цены, скидки. Сегодня до 50% скидки. Но я вижу тут 2-1. А, наверное, это и есть скидки 50%. Два по цене одной. Так, 30, 28%. Ой, ничего только нету. Тени, лаки, помады, ёршики, заколочки. Лапка моя, у тебя заколочки лучше получается делать. Красивше во много. Получалось. Это все цены. Эвелин косметик. Корректор для бровей. Не знаю, что здесь может быть интересного. Все для раскраски. Да, тут, по всей видимости, надо понимать, какой тебе номер нужен. Ну так, красивенькие, блестящие. Цена, наверное, не важна, главное, чтобы блестело. Цены. Пойду я другую косметику смотреть. Все по 399, прям фикс прайс. Реклама «Магнит Косметик». 15-му сладкий понедельник у нас 20% на все белые ценочки. Скажите, может, могу вам что-нибудь помочь? Да, мне декоративную косметику бы цены. Это вот это она с левой стороны была или с правой? А у нас и с этой стороны декоративная, и с этой стороны. Это все декоративные? Да, вот у нас идет тоже. Ага, буду знать. Спасибо. Угу. Так что я был прав. Это все декоративка. Цены. Меня цены интересуют. Ага. Ага. Какой приветливый продавец. Удивительно в наше время. Так что приходите в «Магнит Косметик». Я жене снимаю цены, а она потом, да, еще со своими подписчиками поделится. Так что вам реклама бесплатная. Канал? На Ютубе. Да. Да? Я так тут просто по своим делам зашел. Заодно цены снять, какие есть.
Надеюсь, цены все видно. Хотя это, наверное, все ближе надо показывать. Ну, помад, наверное, очень много и так. Тут я побыстрее пройду. Стеллажей много. Я на косме... Ой, на этом. На ароматах лучше остановлюсь больше. Покажу тебе. Ну, в принципе, все, в магазин можешь не ходить. Я тут уже все снял. Палетки лаки. Ой, красивый какой. Прям праздничный. Вообще классно. Стеллари. Круто. Ну и под вечернее платье вообще сказка. Класс. Обожаю такой цвет. Обалденно. Ну, тоже удовольствие получаю. Видишь, не зря зашел. Кажется, есть тут что-то интересное. Это фантастика. Так, что я еще тут не снял? Вот это последнее, наверное, из декоративной косметики. Цены. Цены. Я так думаю, надо в следующий раз уточнять. Лапка моя. Тебе надо как-то конкретизировать, чего показывать. Я ж так могу попасть и на неделю. Цены, ароматы. 30. Это вроде как на мужские похоже. А, хотя, смотря какая женщина. Или какой мужчина. Аромат-то может любой подходить. Вопрос настроения. Существенные скидки. Скажите, а у вас до 15-го эти скидки остаются еще? Да. То есть они еще и 15-го будут действовать? 15-го не будут суммироваться 20%. А, не будут? Нет. То есть, ага, ясно, спасибо. Скидки как были, так и будут они. До 8 марта. А, 15-го свои скидки включатся. А 15-го на все белые ценнички будет 20%. Ага, ясно, спасибо. Ну, в общем, как-то так. Вот эти цены, значит, еще пока будут. А до какого числа у вас эти цены будут? До 8 марта. До 8 марта. Вау. Ну все, прямо сказка. Можно приходить и закупаться оптом. 8 марта начинать продавать. От полной цены со скидкой 30%. Выручка будет большой. Это так, влажные планы для тех, кто любит торговать. Радость моя. Я не знаю, я аромата тут не нюхаю. Все равно надо как-то смотреть более, ну, целенаправленно, что ли. Я даже не знаю, чего отталкиваться. На что вообще посмотреть. Поэтому пока снимаю все подряд. Так что время есть, могу еще прийти снять.
цены. Наверное, все ближе показывать нужно. Хотя вроде и близко. Видно все. А у вас есть какая-то более востребованная линия? Востребованная? Ну, такая, да. Антонио Бандерас, например. Это вот у нас стеллажик здесь стоит. Женские, мужские, ароматы по стойкости очень хорошие. Можно на любой выбор выбрать. Ага, ясно, спасибо. Вот Бандерас в Переславле востребован. Его больше покупают, да? Или просто вы рекомендуете? А, нет, ну, покупают больше у нас. Красота. Цены. Есть красивые, конечно, вещи. Ой, ароматы, наверное, тоже есть классные. Это надо все нюхать. Бандерас. Антонио. Говорит, очень стойкий аромат. И мужской, и женский. Это мужской, вот это женский. Нет, это тоже не такой. Не, вот этот. Ага. Что-то вам помочь все-таки? Я с ценами, мне... Хорошо. Да, я... Ага, спасибо большое. Мне надо, чтобы жена посмотрела, а потом прикинет. Сама скажет, чего надо. Меня интересуют исключительно цены. Спасибо. Давайте посмотрим каталог. Он будет работать с 10 февраля по 9 марта. Поэтому, я думаю, основные скидки мы здесь с вами и увидим. 30% вижу... На что? Ну, поближе покажу. И будем смотреть. Ароматы. Скидка до 40%. Мэкс вижу. В ролике у мужа наверняка было тоже это все видно. Он старался медленно. Молодец такой. Мне показал, ну, понравилось, как он сделал обзор полочек. С продавцом там пообщался так мило. Можно обратить внимание, замечательное, мне кажется, предложение. Два по цене одного на туалетные водички. Ну и какие вы тут видите. Кому нравятся красивые флаконы, можно обратить внимание на них. 40% парфюмерия и средства против, после бритья. Против бритья. Дари весеннее настроение себе и своим любимым. Посмотрите, тоже два по цене одного идет даже на... Лакост, Хьюго Босс, видите, да, Кевин Кляйн, Стеллари, Деним, Стеллари тоже, на все средства для макияжа тоже 40% у Стеллари. Я так думаю, что ближе к 8 марта, поэтому идут вот такие замечательные скидки, на которые стоит обратить внимание. До 45% Масаки. Видно, да, тут цены. Также до 40% Maybelline. Тут вижу Буржуа. Два по цене одного. Посмотрите, пудра Vivienne Sabo. Процента скидка от Stellar. Это патчи для области вокруг глаз. Сейчас, да, скидки хорошие, будет зарплата, я, наверное, сама прогуляюсь и, конечно, что-нибудь посмотрю интересного. Пошуршим, что-то, да, приобретем. Ну, если получится, конечно, потому что у меня с зарплаты планы и Faberlic заказать. Я себе определенную небольшую сумму выделяю ежемесячно и уже... Решаю в последний момент, куда потратить эту сумму. Либо на каталог, либо в магазин. Так,
Скидка 50% при совместной покупке туши Тиваш и одного из двух продуктов Нивея. процента чистая линия, скидка. С этой стороны тоже, мне кажется, видно. Гейзеры, ну, правда, дорогие, 26%, но 109 рублей. Кафе Мими, Лепетит, но тут тоже цены видно. Далее тоже видите, два по цене одного, крем для кожи вокруг глаз. Оля. Хорошие кремы, мне нравится и сама упаковочка симпатичная. Соль для ванны, клубника, ромашка, лаванда. 4 шарика, 109 рублей. Наборчики. Сьюз, Шаума, Фа. Ароматические гелевые шарики. Мыльце, завод братьев Крестовников, 3 по цене 2, можно обратить внимание. Хорошая цена. И предложение хорошее. Мужские, посмотрите, средства 2 по цене 1. Ну, вообще очень скидочный месяц. 79 рублей. Хорошее интимное средство от Красной Линии. Детские продукты. Гонки. Смотрите, какая прелесть. 84 рубля. Даже жалко, что мы уже вырастаем. Уже детская. Не обращаем внимания. Так, ну здесь скидочный такой. Больше упаковка, больше выгода. Тоже 2 по цене 1. Можно обратить внимание. Силит Бэнк, Пема Люкс, братья Крестовниковы. Прокладки, кстати, тоже хорошее предложение. Олвейс и влажные салфетки Я Самая тоже идут на скидке. Посмотрите, какие кружки симпатичные по 199. На посуду тоже хорошая скидка идет сейчас. Выгодно брать. Я так подержу страницу немножко, вы можете посмотреть. Такие подарочный вариант тут. Красота в доме в выгодном объеме. Для стирки средства. Девочки говорили, сиф. Хороший продукт. Я вот все на эти средства смотрю для мытья посуды. По 109 рублей они сейчас. 15% скидка. Уж так мне нравятся бутылочки, конечно. На бутылочки реагирую. Глейд. Посмотрите. Скидка 35%. Далее.
гурме шикарное. 19 рублей цена. Но у меня гурме не очень любят. У меня шебу любят. Гурме оба не едят. Почему, не знаю. Далее. На Head & Shoulders 199 рублей вместо 365. 45% скидки. Хорошая цена. 40% на пасту. Щетка 45%. И последняя страничка. Тоже видно. На что хорошие цены. Все. Полистали мы с вами. Каталог, который, еще раз напомню, с 10 февраля работает по 9 марта. Я надеюсь, я была полезна. Муж мой тоже, надеюсь, был полезен. По крайней мере, я с удовольствием, с улыбкой на лице смотрела то, как он старается снимать. И действительно, у него хорошо получилось показать цены. Руки не тряслись, там полки было хорошо видно. Очень мило звучали комментарии. Я узнала, какой лак для ногтей нравится моему мужу. Это было приятно. Спасибо большое за внимание. Был необычный сегодня влог, но надеюсь, он был интересный и для вас тоже. Какое-то разнообразие на канале всегда должно быть. И раз в месяц мы с вами решили, что вместо ролика, где муж самостоятельно что-то делает в магазине, пусть будет. Всем хорошего настроения и пока!